И всем привет, с вами я, Михаил Лайф. Помните, на первой части, когда я снимал видео, там было смешно. Мы начинаем играть в Brawl Stars, обновленно, не понимаю, какое. Ну, я буду вам показывать, какие у меня все открыты. У меня еще... Вот, у меня же есть... Кого выбрать? Я, помните, я выбираю Вольфа, и будем сейчас играть за Вольфа. Он будет сильный. Молодец, мать. Он замотит. Эх, молодец. Сейчас в атаку сделаю, понял? Молодец. Убегай. Сказал убегать. Ладно, тоже пойду. Ладно. Brawl Stars. Убегай, Вольф. А, тебе уже не спасти. Но мы второе место. Спросите, как я выжил? Это был очень незаметный был прием. Ну ладно. Кого взять, ребят? Сейчас я возьму... Не буду брать, когда возьму из хроматических. Закрываю глаза и кричу.
открываю глаза. Король Лу или Лу. Только смотри. Начинаю закрывать глаза и кричу. Открываю глаза. Да, Лу просто. Ладно. Раз Лу или опять покричу. Нет, давай еще раз покричу. Открываю глаза, кричу. Открываю глаза. Ого. Ты написал комментарий, что король Лу, я поставлю за вас лайки. Угу. Что думаю? Опа! Давай, прыгай. Бери. Ребята, с вами был я, всем было хорошее видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока-пока.